И всем привет, вы на канале Тыковка ТВ. И сегодня я снимаю видео, которое называется «Новогодние приключения Каденс, третья часть». Ну что, поехали. Так, чуть-чуть передохну и зайду. Нет, я сейчас зайду. Кто ты такая? Да-да, кто ты такая? Я еще раз повторю. Я принцесса Каденс. О, господи, уже не смешно. Скажи, как тебя зовут по-настоящему? Я 20-й раз повторять не буду. Меня зовут Каденс, и я принцесса. Как же с вами сложно. Глупые вы аликорны, которые пытаются доказать, что вы принцессы и принцы. Да как ты смеешь? Кто ты вообще такая? И как ты смеешь мне приказывать? Такой же вопрос. Кто ты такая? И как ты смеешь приказывать прекрасной принцессе Луне? Бесит. Так, где моя мама с Селестием? И где все? Что происходит? Где мой замок? Где мой замок? Где весь народ? Почему никто не празднует Новый год? Что происходит? Да, видимо, кому-то уже кукуху снесло. Слушай, давай по-хорошему. Ты уйдешь из моей комнаты, и тебя не схватит охрана. Что происходит? Почему все считают, что я какая-то ненормальная? Скоро будет Новый год, 2021. Стоп. Что ты сказала? Сказала, что скоро будет Новый год, 2021. А вы себя так странно ведете. Не может быть. Да, может, ты себя ведешь... Да подожди ты. Ты сказала 2021. Да, я так сказала. Ага. И тебя зовут принцесса Каденс? И ты дочь принцессы Селестии? Ах, дошло наконец-то! Да, это я! Что, не видно? Очень даже видно. Как бы тебе так сказать? Ты попала в 2021 год. Точнее, он настанет. Что? Что за бред? Ты вообще о чем? Ты что? Да-да-да-да-да. Потому что ровно 1000 лет назад. В 2021 году Новый год пропал навсегда. Что? Новый год пропал навсегда? Что? Да-да-да-да-да. И как раз в то время правила твоя мама и ты. Не может быть! Я попала в будущее? Ну, как видишь... Так, спокойно. Я, конечно, до сих пор думаю, что ты надо мной шутишь, но... Ваше Высочество, мимо вас никто не пробегал и не было никаких пони. Нет, конечно. С чего вы вообще взяли? Ваша мать видела, что какая-то пони и вроде как аликорн. Что? Пробегала мимо вас. Точнее, мимо вашей комнаты. О, что? Да нет. Нет, я никого не видела. Я играю на пианино и... Да, вот так вот. Так и передайте матери. Я никого не видела, и все чисто. Хм, странно.
Даже ваша кошка странно отреагировала, начала рычать. Странно, я никого не видела. Наверное, вам показалось. Что ж, все, до свидания. До свидания, ваше величество, высочество. Скольких пони ты еще успел встретить за время своего путешествия здесь? Да вроде никого, только какого-то пони, очень похожего на вот этого. Только, мне кажется, он был одет в более красочную одежду. Только не говори, что ты встретила командира королевской гвардии. А это очень плохо? Так, ладно, спокойно, Луна, успокойся, все хорошо. Ну, мягко говоря, это не очень... Это ужасно, да. Ты права. Это очень ужасно. А что мне, собственно, делать? Так, стоп, мы с тобой так и не разобрались. Что вообще происходит? Может быть, покажешь мне свою комнату? Что уж тут показывать? У меня вот такая вот комната. И живу я, как ты видишь, не весело. Я уже заметила, все пони какие-то злые. Без обид, но твоя мама — это вообще, мне кажется, целое зло. Ну, так оно и есть. Понимаешь, когда все праздники, включая Новый год, пропали, все пони стали злые, стали происходить войны и все такое. И поэтому ты, наверное, могла заметить, что наш замок, мягко говоря, разрушен, да и живу я вот в такой маленькой комнате. Поверь, я заметила. И можно еще вопрос? Да, конечно. Почему все так странно реагировали на то, что я принцесса? Ну, как тебе сказать? У нас нет такого понятия, что несколько принцесс. У нас одна принцесса, точнее, сейчас две. Моя мать самая главная, она, я бы даже сказала, королева, не принцесса. И она очень не любит, когда появляются какие-то вот такие вот пони, которые говорят, что они принцессы или принцы. Ага. Кстати, сними это все, и тогда тебя точно не будут к тебе приставать. Ты чего? Это же мое... Так, если ты хочешь здесь выжить, а точнее попытаться хотя бы выжить... Так. Веди себя тихо. Это во-первых. Что ж, это несложно. Во-вторых, пытайся вести себя как самая обычная пони. Что ж, я пытаюсь тебе помочь. На самом деле, я редко кому помогаю. Я почти всех ненавижу и веду себя очень эгоистически. Угу, я уже увидела. Но при этом, как бы я ни была похожа на мать и как бы я ни была злой... Ты хочешь вернуть праздники и хочешь, чтобы у вас был Новый год? Тихо ты! Молчи! Об этом даже говорить. Да не то, что говорит, думать нельзя. Мама запрещает. Она как раз одна из тех, кто думает, что то, что праздники убрали, это прекрасно. Но я так не считаю. Будь праздники, все бы отдыхали, веселились. А так, я целыми днями учусь, не отдыхаю. И вот какая настала жизнь. Да уж, узнать бы еще, из-за чего это все произошло. А тебе надо просто взять и почитать книжку. Очень смешно. Гипотетически, если предположить, что бы мне сделать, чтобы вернуться обратно. Я, конечно, понимаю, что у вас здесь миленькое время. Я как бы хотела к себе вернуться. О, возьми меня тогда с собой. Я не хочу жить в этом мире. Я еще подумаю. Ну так вот, у тебя есть какие-то идеи? Дай-ка подумать. Нет, никаких идей нет. Думаю, есть идея. У мамы моей есть волшебная корона. Волшебная корона? Серьезно? Да, волшебная корона. Как ты видишь, у меня короны нет, потому что я еще не королева. И тебе всего-то надо пробраться, взять ее корону, и с помощью маминой короны я смогу, точнее, попытаюсь, наверное,
превратить, ой, господи, отправить тебя и меня в другой мир, если это получится. Я не очень сильна в магии. А, всего-то? Что ж, расправляю крылья и лечу. Где твоя мама находится? Она на втором этаже. Только, я думаю, присутствие второго аликорна ее, мягко говоря, разозлит. Да я буду незаметна. Так что я пош... Стой. У тебя что, знак? Ну да, вообще-то у меня есть свой знак. Это плохо. Так, мало того, что ты выглядишь как Каденс, и это маму точно выбесит. И всех. Так вот, тебе... У тебя еще и знак Каденс, и тогда тебе будет вообще плохо. Придумала? Подожди, я сейчас. Та-дам! Юбка? Серьезно? Это твой план? Это еще не все. Так, чтобы сделать так, чтобы ты не была похожа на Каденс. Что ж? Есть идея. Сделаю тебе другую прическу. Ты оденешь юбку и пойдешь, возьмешь мамину корону. Что ж, почему-то мне кажется, что у меня это не получится. А, не бойся, у тебя получится. Мама мне никогда не давала свои короны, поэтому в этом-то и проблема. Господи, почему нельзя сделать все намного легче? Потому что... Ладно. Что ж, я готова. Давай. И та-дам! Ну что, как тебе твой новый образ? Я даже не хочу смотреться в зеркало. Что, настолько все плохо? Ты просто сделала из меня другого человека. Это идеально, это то, что нам нужно. И как я поняла, ты спрятал мой рог. Теперь его не видно. Да, я сделала так, чтобы твой рог не было видно. И теперь, если что, ты просто служанка Пегас. Сейчас, подожди-ка. Тебя зовут Флаттербаттер? Флаттербаттер? Серьезно? Других вариантов нету. Что ж, и ты пришла помыть мамину корону. Вот так вот. Просто, чтобы она блестела и сияла. Мама обожает мыть корону. Точнее, отдавать ее слугам, чтобы они мыли корону. Прекрасный план. А хвост ты мне зачем так сделала? Глупая. Чтобы не было видно твои татуировки. Знак отличия, чтобы не было видно. Пойми. Мама не такая глупая, чтобы не различать знак Каденс и знак какой-то пони. Понятно, хорошо. Что ж, теперь я могу идти? Да. Теперь ты готова и можешь идти. Я пошла. Давай. Удачи, если что. Я тебя спасу. Ладно. Если вам понравилось это видео, то не забудьте подписаться на мой канал, поставить лайк и нажать на колокольчик, чтобы знать, когда выйдет следующее видео. И всем пока! Пока!